Здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, гости моего канала. Здравствуйте, хорошие люди. Сегодня мне удалось съездить на дачу к моей подруге, а моя подруга всегда восхищается дачей ее соседей. В прошлом году я на секунду с ней заходила на дачу соседей, но так как соседи не оказалось дома, то снимать дачу до конца я просто не стало. Вот. А сегодня неожиданно приехали соседи, и нам удалось снять дачу полностью. Посмотрите, что у меня получилось. Моя подруга пригласила меня на соседнюю дачу. Сказала, у них такая красота, ты должна обязательно это снять. Но раз подруга сказала, значит, обязательно снимем. Разрешение мы спросили. Нам разрешили. Там встретились, давно не виделись знакомые. Все они говорят по-русски. Так, а что там у них цветет? А что это такое? А это салат цветет, господи. Салат, помидорки, огурчики. Все в одном. Все в одной тепличке. Также выращивают кабачки. Ну вот, грядки высокие, видимо, садили лук. Лук, конечно, в этом году исключительный. Сейчас я подойду и покажу, какой вырос лук. Я лук никогда не сажу, не мой это овощ. Видите, какой лук? Вот моя рука, и вот она, головка лука. А есть еще больше. Лук замечательный, исключительный. Красота. Там дальше растет малинка. Ну, кабачки я вам показала. Здесь сельдерей. Сельдерей и что это такое? Понятия не имею. Ну, вот это, конечно, это сельдерей. Вот есть все. Есть за что глазом зацепиться. Есть лекарственные растения. Есть щавель. Есть, ну, все есть. Дача. Она вроде как и для души. И в то же время здесь опять цветет салат. Помидорки, огурчики. В каждой теплице по овощу. И цветочки, и клубничка. Все, что нужно. Переходим на второй участок. И вот здесь уже есть домик. Здесь собирается семья, приходят внуки. Качеля, и детская качеля. И батут есть, где попрыгать. И все это есть и для глаз. И георгинчик, и японский клен, и виноград. А вот здесь такая терраска, на которой сидят, собираются гости. Вот это вот там, где купаются дети. А это место для барбекю, для гриля. Молодцы. Сильно очень хвалили мне. Ага, наверное, тут их прудик. Смотрим, где прудик. Прудик здесь. Работает водичка. Вот этот вот, вот эта травка декоративная называется лампенпуцер. Это значит, им можно чистить ёршик для чистки ламп. А вот это вот хулиганство, это делают птицы. Вот он прудик. Здесь растет шпаргель или спаржа, или аспарагус. И, видимо, у них там еще есть рыбки, потому что прудик накрыт сеткой. Ну-ка посмотрим, выплывут они к нам или нет. Вот они приплыли, они кушать хотят рыбки. Видно? Ух, спрятался. Вот такой замечательный домик с прудиком, с георгинками. Все как у добрых людей. Сейчас заглянем с этой стороны. Дом большой. Дом, конечно, большой. Ну и все. Сзади ничего нет, но дом шикарный, большой. А тут вот настурция. Настурция, вьюнок.
опять нас Турция. Ну, почему-то в тень попали. Может быть, и хорошо в этом году. Вот как-то так. Немножко горит газон. Бывают редко, потому что люди работают еще в таком возрасте, когда день ты занят на работе. Ну, а дача есть дача. Требует тоже рук и внимания. Вот здесь цветет олеандр, а под олеандром цветет вербена. Вот такие красивые дачи Германии, которые обрабатываются нашими переселенцами. И есть где отдохнуть. А вот здесь росла фацелия. Вот фацелия уже отцвела. Скоро будут собирать семена. Это вот для пчелок специально. Фацелия, васильки, мак. Ну, все как положено. Вот здесь в декоративном горшке растет огурец. А тут посмотрите, какая красота. Это в стиле немецком. Здесь свежая смородина, видно, насажена. Вот. Но тут, конечно, ходят цапли. Видите, какие красивые цапли. Корешки, прелесть. Корешки, а тут что? Тут мята такая. Угу, мята. Пчелки собирают из мяты нектар. Интересно, когда пчелки собирают из мяты мед, он будет мятного вкуса или нет? Никогда не пробовала такого. Ну вот как-то так. А вот тут я вам сказала, что это огурец. Пришла хозяйка и сказала, что это люфа. Это не огурец, девочки. Это экзотика. Это мочалка. Мочалка из люфы. Вот. Так что на всю семью хватит мыться. Ну, в этом году жарко, так что неудивительно, что мочалки растут. Вот такие дела. А то, что я сказала, салат, это базилик. Кроме этого растет петрушка. Тут тоже базилик и помидорки. В теплицах в этом году помидоры горят. Горят. Ну, вообще-то, выглядит все приличненько и приятно. Ну вот, возле домика хозяйственные постройки, где хранится инвентарь. Ну и опять аэропорт. Самолет взлетает. А вот это называется задний двор. Вообще шикарно смотрится все. Не буду вам показывать, а то хозяйка будет стесняться. Так, тут отмечали день рождения, поэтому еще все стоит на середине. Заходим. Это прихожая. Если повернете сюда, здесь есть зал. Заходить в зал не будем. Но хочу сказать, что громадное помещение. Громадное. Это вам дача. Здесь санузел. Вот. Тут второй зал. Ну, тут маленькая кухня, на которой хозяйничает хозяйка. Кухня, мойка, все как положено. Вот это такой садовый домик. И даже есть вот такой газовый обогреватель, штраллер, который можно поставить на улицу, когда холодно, поджечь, ну, при помощи газа, газового баллона, и греться. В санузле я уже была. Так, красота. Уже все показала. И кухню, и кладовки. Я сейчас еще тесто покажу, которое приехало на дачу отдыхать. Ну. А хозяйка приехала сразу с тестом и с вареными яйцами. Это говорит о том, что сегодня будут пирожки с яйцами и луком. Ну вот так, мои хорошие, мы заканчиваем показ всей этой чудесной красоты. Конечно, когда у тебя много времени, то это здорово. А когда времени не хватает, то это уже обуза, нагрузка. Не все успевается, не везде
ухожено до такой степени, как ты бы хотел. Но везде есть что-то красивое, что-то особенное. Дача есть дача, и бабочки прилетели водички попить. Нужно сказать, что в этом году, конечно, удивительная и замечательная засуха или просто экстремальная засуха. Поэтому дача выглядит, конечно, немножко по-другому, чем в прошлом году. Видно, что на этом участке работают увлеченные люди, можно так сказать. Очень много оригинальных решений, идей. Дача у них недавно, года 2-3, наверное. Раньше они были на другой даче. Вот. Мои ролики смотрит хозяйка этой дачи. Большой ей привет. И большое спасибо за то, что нам разрешили побывать на такой замечательной даче. Всем моим подписчикам счастья, здоровья, любви. Я думаю, что вам интересно заглянуть в гости, так же, как и мне было, к соседям моей подружки. Как-то так. Всем пока-пока и до новых волнующих встреч!